6-8. Радиоактивные отходы везут, смотрите. И атмосфера. Зивчик, мы пришли в тюрьму. Запор, в котором еще есть настоящая лента. Вот все, что от меня осталось. Ну что, мы запустили колесо обозрения. Можете нас поздравить. Сейчас снимаем бота и пойдем босиком. До свидания. Покажи свои кроссовки. Я свои первые кроссовки купил уже поношенными в магазине поношенной одежды давным-давно. Ребят, цените то, что у вас есть, всегда стремитесь к лучшему. Настоятельно рекомендую посмотреть это видео молодому поколению, потому что вы ноете больше всех, наше молодое поколение. Вам нужно Gucci хренучи, вам нужен iPhone 15, короче, все вам нужно. Молодое поколение, что вы скажете? Пожелания своим сверстникам. Я взяла меньше ныть, радоваться мелочам, ценить то, что у вас есть, ценить себя, любить. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я сделал опрос, будет ли реклама в этом видео. 2000 человек проголосовало, что да. А спонсор этого видео — ваши быстрые лайки и самые лучшие комментарии. Берите побольше вкусняшек и кушайте побольше, я хочу есть, погнали. Ребят, всем доброе утро. Как вы поняли по названию, мы едем в Чернобыль, зона отчуждения. Это такая очень важная на самом деле поездка. И... за которой мы приехали. За которой вообще на самом деле мы сюда приехали, да. И сейчас вот, не знаю, в предвкушении этой поездки. Да. Мы как бы немножко вроде как и стремаем, и не стремаем, что там есть радиация. 2,7. 77. 316. С той стороны сильнее. 20 000. Под шлем пожарного, которого несли с подвала. Ну сейчас вот. Этот парень, который нас встретит, он нам все расскажет, куда что можно лазить, куда нет. Едем мы на индивидуальную экскурсию. Это непростая экскурсия, как вы едете через какое-то агентство, потому что там уже никуда не пустят, и там довольно скучно. А мы хотим именно где-то полазить. Так что смотрите, приятного аппетита, хорошего дня. И смотрите, как Денчик одет у нас. Он как настоящий сталкер. Всю одежду выкидываем, короче, ничего трогать не будем. Да, ребят, всю одежду будем выкидывать, потому что, ну, как бы, береженого Бог бережет. Нам сказали, не трогайте, выкиньте. Да, нам осталось купить перчатки, так что ждем сейчас этого парня, который нас туда повезет. Ну и все, следите, всем приятного просмотра, погнали. Да, ребят, смотрите, нам выдали эти дозиметры. Так, да. Это будет параметр того, будете ли вы со мной дружить еще. Ты, мне кажется, не снимаешь. Снимаю. Снимаю. Да, я сам запишу. Я историю замучу. Всем привет в Чернобыле. Вот это дали такой большой дозиметр. У Андрюхи, видите, он маленький, да, потому что мы с Петром кабаны. Мы можем сразу смотреть, сколько у нас уже... микрорентген. Так, у Петрова 2000, ладно, ты минус друг сразу. Ребят, вот Чернобыль, мы заехали. Заехали в зону Чернобыль. Всем приятного просмотра, погнали. Здесь, в центре Чернобыля в самом, реально уровень ниже, чем это в центре города Киева. Много? Нет, это, допустимо, до 30. Это тут ниже, чем в Киеве. Ребят, смотрите, 15, 0,15, это микрозиверты. Это микрозиверты, норма 30, как бы, мы уже, в принципе, в зоне. Смотрите, заходим. О, даже банкомат, смотрите, кстати, есть. Кстати, банкомат какой-то 37-15. Ну, я, конечно, чтобы инженеры все продукты. Ребят, смотрите, какой большой выбор продуктов. Кефир, молоко, йогурт, сметана, всякие печенья, майки. Такая атмосфера тут осталась еще из 80-х. Рыбка.
там уже будет по такое, знаете. Мороженое вкусное. Попечальнее. Да. Ладно. Мороженое ест чернобыльское. 25 гривен. Мы едем только троем. В зону заезжают примерно в день. Вчера было где-то 800 человек. Сегодня где-то 400. Поэтому поток туристов просто тут колоссальный. Смотрите, какая тут машина дезактивации стоит, ребят. Уже всю разобрали, правда. Вынести не смогли. Так, сейчас замерим, сколько она у нас. О, смотрите, 2,4, 2,9. Это 2,9 рентгена. 290. А, 290. 2,9 миллизиверт. 2,7. Это последний официальный Ленин Украины. А вот здесь происходило судебное заседание после аварии. Оно было открытое, но зона отчуждения была закрытая. Сами понимаете, да? Заброшенное кладбище судов, пароходов. До половины моста можно дойти, за той стороной там еще действующее предприятие, и туда нельзя идти. Мы так идем, как будто бы мы не боимся, а тут уже стрёмненько на самом деле. Собственными руками пожарных в 96 году, в 10-й годовщине аварии на ЧАЭС. А, это музей тоже, да? Это не музей. А, это действующее, да? Здесь, да. Центральное. У них гаражи спецтехники на 110 единиц техники. Там сзади гаражи, там бронетехника, специальные пожарные машины и так далее. Техника, которая использовалась при дезактивации, ее очистили, и вот она теперь стоит как памятник, наверное, тут. Экспозиция робототехники. Якобы принимала участие в ликвидации. Вот такие роботы, которые пытались почистить крыши и все остальное от радиации. Вон бронетранспортера. Ладно, я пошел, пацаны. Это совсем плохо, да? Да, все. Ребят, мы еще выйдем. Это локальное загрязнение сиротхани. То есть это сиротхани была на конференции. Ничего не трогаем. Ну, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что Чернобыль считается радиоэкологическим, радио... как? Заповедником, да. Поправляйте меня в комментариях, ребят. Подойдем к... Ну, давай, здесь замерим. Смотри, 1,3 фонит. Да, а норма, было? 0,15. А там сколько было? Там было 40 вообще. 40. Это 2000. Так, мой аппарат что-то показывает уже. Начал накопление. Накопление по нулям, капля, ребят. По нулям. Тебе кобзец будет? Ребят, как вы думаете, нам будет кобзец или нет? Ребят, главное не забывайте, она здоровается. Да, все, можете с нами не здороваться. Внимашки, целовашки. Мы как бы идем ради вас сюда. Что ты там фонишь у нас? Деревянный, посмотри. Чем ты кашляешь в кадр? Кашель — это техника. Да, по-моему, цезия наглотался. Здесь немножко УАЗик так расплющило нехило. Жарко сегодня, очень жарко. Цените, как у меня подошва отклеилась на обуви. Это все уже. Это просто жесть. Ёптик ты, бегусь. Здесь тоже отклеилось. Зайдите внутрь. Можно зайти, давай внутрь. Зайди внутрь, поймешь, почему легендарный среди самоходов. Ребят, заходим в троллей. Ого! Понял. Вот тут атмосферненько так. Я пацанам тут деньжат немножко отложу. Вот, парни. Чтобы вам...
на сигаретке. Жрет пацан уже. У меня кроссовки расклеились. Да. Спасибо. Скотча у нас нет, к сожалению. Замотать не получится. Вот, Петручо да. Курит уже. Нравится тебе? Да, нормально, прикольно. Нормально? Потому да. Что что? Поживай со мной. Да. Да ноль. Блин, чего ни хрена не набирает? Мы едем сейчас старая Припятская трасса, откуда вывозили всех жильцов. И тут вот рядом этот рыжий лес, так называемый. И тут немножко фонит. С правой стороны что-то Чернобыльская. О, смотри. Рыжий корпус, это вот, пятый вот энергоблок, да. Да, градильного. Это взорвался, да? Градирня. Фон тут у нас 0,63. 1,56, ребят, вот здесь вокруг был как бы рыжий лес. Вот знак Припять, 1970 год, оттуда мы приехали. 4,8, 6,3. Ладно, ты иди, короче, я поснимаю. 7,1. 6,8. 7. 8,10. 0,30 норма, если что. Да. Ребят, 0,30 норма, а у меня почти 10 показывает. Радиоактивные отходы везут, смотрите. Там, наверное, пипец его мало, да, внутри? Это высокоактивный радиоактивный отход, если мы класс опасности. Бетонный контейнер. Поехали на буряковку, на могильник, на захоронение. Вот здесь лес закопан. Вон там, видите, вдалеке еще. Ну, тут деревья. Не фонит. Дорога чистая, наверное. Дорога, кстати, да, дороги чистят. Новая. Дороги новые, чистые. Старые дороги фонят, пипец. Мы заезжаем в мост смерти, который в фильме сказали, что все люди умерли, которые смотрели на пожар. На самом-то деле это была глубокая ночь, никто взрыв не слышал, и тем более ночью это с детьми и водка никто сюда не шел. А можно? Я скорость убить. Да. Ребят, мы сейчас на мосту смерти, это вот этот мост, с которого якобы смотрели люди на горящий вон там энергоблок четвертый. И вот они якобы тут стояли, и все люди погибли, которые наблюдали за этим. Но на самом деле это миф, и такого не было, это вымышленная картинка для художественного фильма. Мы заехали на последний действующий блокпост. Тут уже эти менты нормальные. Это не менты, братан. Можно снимать. Пограничники. Не знаю, кто это, но это Припять. Смотри, там песочница с игрушками. О, точно. Ну это как памятник, я думаю, какой-то. Я думаю, они натащили оттуда, типа, такое сделали. Ну вот. Сейчас Петров сядет за руль. Да, мы начнем наваливать. И вот жестко поедем по этой дороге. Тут раньше вот эти стояли пожарки. И тут будет очень много, сейчас я помню по видосам, бутылок молока, если я не ошибаюсь. Вон, да, вот эти коробки. Это вот эта комната. Сейчас подсвечу. Тут вот эти бутылки старые. Смотрите, советские бутылки всякие. Очень такое популярное довольно место. Видел, вон водка столичная. При населении в 47 тысяч человек здесь было 18 тысяч детей. Здесь довольно все печально. Смотрите, какие игрушки тут. Садик очень большой. У нас вообще таких больших садиков даже нет нигде в Риге, в Латвии. Здесь реально громадный просто он. Такое место, знаешь, очень тяжелое, да? А здесь был отстой. Это задний двор городела милиции Припятского. Здесь были гаражи, соответственно, здесь сделали отстой. Но в 90-х годах, видите, его немножко... Подрезали, да. Заходим в тюрьму. Здесь, пожалуйста.
Нельзя? Нельзя из кармана выкладывать, говорю. Все, я понял, теперь буду. Спасибо. Ребят, эксклюзивчик. Мы пришли в тюрьму. Вот это... Такие камеры. Деревянные полы. Тут еще все цело. Можете не мешать. Смотрите. Смотрите, какой цвет. Тут вот такие копилки, кормушки так называемые. Камеры все одинаковые, целые. В хорошем состоянии, да, тут все? Радиаторы даже на месте, смотрите. А тут карцеры тоже есть какие-то? Карцера здесь нет, здесь только следственный изолятор и обезьянник. А, обезьянник же был, точно. Карцер это место косилки, а это изолятор. Попрошу не путать. Направо тоже для допроса. Провалились полы. Вот это место антуражное. Да. О, классно, давай зайдем. Что это? Ребята, это комната для допросов. Аккуратно. Тут допрашивали заключенных, обвиняемых. Какие-то вот надписи есть. Так, а это что у нас? Схема города Припять до аварии. Здесь максимально быстро и аккуратно, потому что дорога патрульная. Это грейферный ковш. Вот этим ковшом брали вот эти зараженные частицы и вытаскивали. Говорят, что он как бы жутко фонит. 316, с той стороны сильнее. 211, 226. Сейчас, где это все было? 355. 448, вот. Офигеть. Сейчас заслушаю, да, 700. 7 тысяч, 8 тысяч. Ребят, смотри, где мы ходим. Тут сейчас будет какое-то... Здесь, смотри. Трешовое место. Это просто... ковш, да? Нет, нет. А, вот под... это квадратик. Под этой штучкой, да? 540, ребят. Охренеть. 603. Знаешь, сколько это? 1100 было? 1600. 20 тысяч. 22 тысячи. 29 тысяч. Охренеть. Это он стреляет бетой? Там и бета, и гамма. Перекрыт внешний периметр города Припять. Через 10 километров все двигаются по этой дороге прямо к границе с Белоруссией. Вот, собственно, знак. Припять. Андрей, который залез, блин, хрен знает куда. Я туда не лазил, Давай. Но молодец. Вот там уже видно одна из 16 этажек. Их там было, по-моему, больше 10 в Припяти. Надеюсь, мы туда заберемся. Знают, она тут когда-то давно залезла, и вот все, что от нее осталось. Это Инстаграм еще. Мне пишет? Да. Все, пошли на крышу. Подожди, может, на крышу залезла. Подожди. Так. Ребят, вот лифтовая шахта. Все разобрано. Вон там лестница. Вот тут лифт был. Все, что осталось, моторы разобрали. И теперь поднимаемся на самый верх. Нет. Не бой. К краю не подходим. Офигеть. Просто пипец. Ребята. Ребята, мы это сделали. Я реально мечтал в Припяти залезть куда-то наверх. И мы сейчас находимся на самой крыше. И вот она, арка, ребят. Вот это четвертый энергоблок. Вот это место, где все началось. Из-за чего все это произошло вообще тут.
попробую чуть-чуть так по краю обойти, чтобы вам понять вот масштабы. Просто посмотрите, сегодня погода идеально, все, все красивенько. Давайте я ради вас. Я сегодня ради вас уже много чего сделал. Залезу, вам покажу. Где Петров, интересно, остался? Так, сейчас зайдем в какую-нибудь из квартир, посмотрим. Ты, кстати, вот грузовой лифт. Можешь даже нажать кнопку и простой. Это, посмотри, даже не разобрали щиток, еще все целое. Вот. Ну, давайте зайдем в любую квартиру. Заходим вот в квартиру. Это, наверное, однокомнатная квартира, да. Такая ванна. Ванна еще на месте. На кухне плита даже. Туалет на месте. Вот это реально редкость. В Припяти очень мало таких квартир, когда есть что-то на месте. Плиты все разобраны давно. Такая маленькая квартирка. Стены были покрашены. О, давайте заглянем в шахту лифта. Опаньки. Лифта нет. Кабины нету. Кабина ушла. Но высоко тут, конечно. Давайте быстренько к окну просто подойдем. Смотрите, даже люстра еще висит. Давайте. Заходим в легендарный бассейн. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Вот это чётенько тут. Такой глубокий, охренеть просто. Вообще, если вы хотите больше истории, больше фактов, то на ютубе очень много интересных, полезных видео. А у нас чисто впечатления такие. Чуть голова даже закружилась. Прикиньте. Ну, это в качалочку, это моя тема. Смотрите, секундомер. Петров там шумит сзади. Президент Зеленский издал закон, который способствует развитию туризма именно в Чернобыльской области, в Припяти. Шок-контент, бассейн в бассейне. А, это для детей, да, это какой-то бассейн? Пять бассейнов в Припяти, слышали? А самая крупная школа Припяти называется Третья, она же школа пионерская. Офигеть, смотри, сколько этих. Охренеть, сколько газмазок тут. Аппарат, в котором еще есть настоящая лента. Приколи, вот она. Это столовка. Так, собака где-то лает. Чувак, тут варенье еще. 1984 год, Вася. Конечно, мы ходим и переполнены эмоциями. Так, посмотрите, сколько книжек. Да, все в книжках просто. Смотри, сколько книжек. Еще один класс. Смотрите, какая лестница тут.
словами. Все у меня здесь внутри. Сказал, как отрезал. Сколько накопления? А что не 0,1? Ну, потому что я жирный. Жир не проходит. Да, да. Без меня вообще заблудился. Да ничего бы не заблудился. Ты без пони, куда идти, бля? В общем... Смотри, какие мои сталкерские боты. Хорошо, нормально все. Боты пока живы, так что мы едем дальше. Может, сейчас быстренько еще перекусим. Школа, конечно, огромная какая-то. Там у них тут все огромное. Нам, по сути, осталось колесо обозрения, дуга и... Реактор, реактор, да. Ну, еще такие три больших объекта, поэтому, я не знаю, может, это будет уже не одна серия. Поэтому, не, это будет одна серия, берите просто еще еды и продолжаем. Да. Это, наверное, одно из самых популярных мест в Припяти, вот реально. Сразу вам скажу, вот этот трос, который висит, это его оборвали. Теперь это колесо обозрения вращается. Оно, когда сильный ветер, оно вращается быстрее, чем даже положено, когда оно работало. Ну что, мы запустили колесо обозрения. Можете нас поздравить. Припять живет. Смотрите, как оно медленно, но верно поднимается. Что, как вам? Чувствуете эту всю атмосферу с нами вместе? Я на таких катался все время. Мои любимые машинки, реально. Два руля. И они еще быстрые такие были. Да, сейчас какие-то задушенные делают. И чтобы обратно, надо было обратно. А Петров только на уши все время подсаживается там. Ребят, я больше близко подходить не буду. Тут 100 было 153. Мне хватает уже. Вот эти теневые рисунки, которые, смотрите, вот там сделан один рисунок. Тут это люди приехали и разрисовали. Это у нас ресторан. Тачки стоят эти продуктовые. Соки, соки, сыры, жиры, консервы. А вот так выглядит официальная экскурсия, покажи, как которая мы... совсем не интересная, да, и скучная. А вот так выглядит наша экскурсия. А вот в одиночестве гуляем. Гидом. Вот поближе вам дом культуры, энергетик. Да-да, горит лампочка. Так, ребята, это любимый магазин Петрова. Виноводочный был. Но так как приняли сухой закон, здесь продавали инструменты музыкальные. Вот пианишки. Пожалуй, я не буду кнопки нажимать. Я вначале хотел, потом что-то передумал. Да, что-то передумал, ну ладно. Ну смотри, тут все снято с них. Тут уже поснимал все. Это страшненько. Дальше у нас отдел электротехники, ребят. Сейчас мы зайдем, вот телевизоры посмотрим. Андрей, спина все загораживает, но он сейчас включит света нам. Дай света, мужик. Смотри, сколько всех. Ого. Главное, все стоят на месте, никто их не трогает. А кому они нужны, дядя, ты что? Там, не знаю, разбить. А пошли туда, вовнутрь, зайди. Иди сюда, смотри. Сейчас делаем все, возьмись. На, их для фото поставили, пацаны. Стиралки или что? Ребят, теперь моя часть лога. Кинотеатр Прометей. Посмотрите, какая классная мозаика, красивая. Обалденно, да? Прометей был символом города Припять. Ребят, осторожно, здесь ловушка за кинотеатром. Вот тут так выглядит кинотеатр с той стороны. Парикмахерская Олеся. Так, ребят, мы только что встретили сталкеров, им вообще по городу все было, в шортах ходит там. Посмотрим, что здесь у нас. Ого-го! Вот это вам экскурсия, да, с нами? Здесь, наверное, для мужиков была парикмахерская. А здесь принимали клиентов. Все здесь вот. Опа.
кафе Припять. В 1977 году тут была грандиозная тусовка, после которой больше тут алкоголь не продавали. А тусовка была в честь запуска первого блока. Аппараты моего детства. Газировочка, лимонад, все дела. Сиропчик, да, помню, копейки кидал. Тут его переворачиваешь, вот так нажимаешь. Прикиньте, еще не тронутый вообще. И он вылился, помнишь? Да. И типа можно было всем с одного стакана пить. Это помню, какое было. Мы выходим на набережную вдоль кафе, которое тут находилось. Тут офигенно. О, свежий воздух, чуть не упал. Ну, город, конечно, грандиозно огромный. Тут столько всего, что я бы прям хотел жить, наверное, в то время. Ну, конечно, до аварии. Реально здоровый такой карась. Конечно, кто-то никто не ловит. Во, пошел. Вот слева. Яновский затон, это была часть реки Припять. Ага. Река Припять находится с той стороны. Нет, ты так вообще не сказал. Так что все. Придется тебя вставить во влог и потом наложить какой-нибудь, типа, что ничего не знаю. Российский канал. Да. Всем бодрячко. Ты? Всем бодрячком. Бодрячом. Ты был тут? Вот знаменитые витражи, которые хотели отправить в музей Чернобыль, но не разрешили, потому что они превышают норму радиации. И в итоге они тут остались. Их потихоньку разбивают, но они очень красивые. Медико-санитарная часть. Сейчас зайдем, быстренько пробежимся. Так, это вещи этих отморозков, которые в подвал лазят. Помните, я говорю по поводу того, что нам респиратор спасает? Бета на поверхности. На лице. До свидания, просто. Зашкаливается. Допустимо 0,020. Повипа? Вот это вход в подвал, его засыпали песком. Это подшлемник пожарного, который вынесли из подвала. Офигеть, 192, 224, 358, 427, 453. Вот как они были, так и остались. Ну ладно, их поставили так для фото, скорее всего. Так, это подвоз для скорой помощи. Сюда привозили первых пострадавших. Вот медицинский центр уже снаружи. Есть, она здоровая, да? 109 метров высоты, 263 ширина и 180 длина. Ну, под ней все это, да? Там? Да. И теперь она 100 лет, да, может, типа, задержать? Ну, вроде как, да. 36 тысяч тонн веса. Обалдеть. А потом идет вот этот рядом, это уже какой энергоблок? Он сразу же... за ней третий. Да, в этой марке вот было, этот, да? Третий, это второй энергоблок. В этой марке было, нет? И вот это первый, да, энергоблок. А в первом трубы? Это третий слева. Да. По срезу арки третий блок, черная коробка с белой трубой, второй блок, и вон впереди первый. Вот, 3, 2, 1. Слева направо. А трубы нет вроде, да? А в вентиляционную трубу в второй очереди, в Т2 сняли еще 13 трубы. Так, вот это пятый энергоблок недостроенный, зашитый панелями от радиации. Они его собирались потом продолжить стройку, но все заморозилось. Так вот он и стоит тут. Конечно, он огромный, я скажу. Просто, не знаю, колоссального размера. Мы приехали к градирне. Это градирня, которая охлаждает воду от реактора. Обалдеть! В диаметре она 250 метров. Смотрите, какой рисунок крутой. Нарисованы, уже сказали, что давно. Как дождь. Распыляется, падает вниз. На третьем ярусе. На втором ярусе ее встречает вот радиатор. Видите, их начали набирать. А-а-а. Шиферные радиаторы. Вода попадает горячая на шиферные радиаторы, которые снизу поддуваются постоянно восходящим потоком воздуха. И здесь, где мы с вами стоим, должен был быть бассейн. Все понятно. Вот поднялась закладная арматура по 3 метра. Высота бассейна 2 метра, то есть он мелкий. Все, сюда теперь понятно. Вода, я потом... И отсюда откачивалась уже канал. Я примерно так и хотел вам рассказать. В Гирне
поэтому действующие градирования, они всегда парят. Когда холодное время года, сверху пар идет. Всегда да. Что-то дым, это пар. Сейчас едем на Дугу. У нас оператор Петров. А вы заряжены, ребята? Ну, нет, ты взял камеру и заразился. У нас есть дозиметр, да, который покажет нам. Ну, все это, да. Все, нет, все. Этот дозиметр стоит 800 евро. Да, да. Показывает 0,2 сейчас. Ну, это уже кобзец. Да? Не, 0,2, а можно 1000. Поэтому... Ну, кобзец. Да. Нагулялась. Блудное точное разрешение. Так или иначе, все возвращаются в Чернобыль. Вот здесь снимали фильм ужасов, не помню, как он назывался, но можете посмотреть немножко. Здесь если ночью пройтись так, ну да, точно стрёмненько. Ну, вот это наш... Так вам нравится? Это кабельный коллектор. Я кстати, вот обратите внимание. Для фильма «Пила». Да-да-да-да. Просто. Ну что, ребят, это был последний пункт, куда мы съездили, посмотрели. Это Дуга, так называемый Дятел, да? Очень жалко, что мы не залезли, конечно. Да, ну, как бы нам сразу сказали, чтобы залезть надо 2 дня, но там есть свои нюансы. Я надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки решим этот вопрос и залезем наверх. Сейчас едем на КПП обратно, проверим, сколько мы набрали. У меня 3. Очень интересно. Хотя можно 1000. У меня троечка. Вот. Хотя можно 1000, у него всего 3. Я, как бы, мне интересно, сколько я набрал. Вот, сейчас проверим, нам проверят одежду, где у нас есть загрязнение или нет. Если есть, ну я вам все покажу, точнее мы вам покажем. Вот, ну и в конце будем сжигать нашу одежду большим костром. Жарить шашлык? Да. Так, ну доброе дело нужно сделать. Вот. Понюхал, понюхал. Сидеть. Сейчас будем собачку кормить. Сидеть. Дай лапу. Сразу работать. Другую. Молодец. Лежать. Лежать. Все, экскурсия закончилась, мы прошли все контроли, дозиметры показали, у меня 400, это микрорентген, у меня 300 у Дэна 300, у Петрова 200, в общем, можно до 1000, поэтому мы вложились в нормы, руки, ноги, голова, все чисто. До 6 вечера нужно выехать из зоны, мы второй раз записываем концовку, потому что первый мы раз не знаем, записали, была, не знаем, она, была нет. Она или нет. В целом, очень крутая экскурсия, надо брать вот такие приватные экскурсии, хоть она и в 2 раза дороже, но... Тебя поведут, по крайней мере, без очередей, без какой-то толкучки. Где-то можно будет зайти, где-то нет. Ну, как вы там договоритесь. Вот. На Дугу мы не залезли в итоге, но надеемся, что мы куда-нибудь залезем. Да. Немного устали так. Да, кстати, немного устали, по нам видно, да, потому что мы набородились, наснимали. Так что не обращайте внимания, что мы там в конце херню несли. Да, так что я надеюсь, это не был обзор, это наши эмоции. Мы, конечно, кайфанули, был классный день. И... Всем спасибо, кто был да. с нами. Я надеюсь, вам понравилось. Выкидываем вещи дома. И идем все спать. Все, всем большое спасибо, что досмотрели видос до конца. Всем пока. Дебилы. 3 дебила собрались. Мы сейчас снимаем боты.
и пойдем босиком. Чтобы вы, ребят, не переживали. Да, штаны я тоже выкинул, мы нигде не дотрагивались. Это все было фейк, пацаны. Хотя, на самом деле, мы прошли проверку, и все было чисто, и как бы мы просто чисто ради прикола их выкидываем. Короче, одеваем и пошли. Все, ребят, на монтаже супер. Все, всем доброй ночи. Спасибо за просмотр этого видео. Все, выкинули. Можно валить. Все, мы теперь... Радиацию выкинули.